переводе с английского «birdwatching» – наблюдение за птицами. За рубежом любительская орнитология стала популярной давно, а вот для белорусов такое хобби – новинка. И представителей бёрдвотчинга в нашей стране не так много. Например, Марина Серебрякова начала увлекаться наблюдением за птицами в 16 лет, но бёрдвотчинг вошел в ее жизнь не так давно. Бёрдвотчингом я начала увлекаться с появлением дикой птицы у себя. Это был грач. И я начала интересоваться дикими птицами, их поведением в природе. Биологом быть не обязательно, ни экологом, ни биологом, ни какое-то профильное образование иметь. Бёрдвотчеры не только наблюдают за птицами при помощи бинокля, но и фотографируют их. А чтобы встретить редкие виды, они изучают голоса птиц и их повадки. И тогда любительское на первый взгляд занятие превращается в настоящую науку. Некоторые вещи из биологии начинаешь узнавать, и в отличие от школьной программы, это интересно, это происходит по наитию, и это ты сам начинаешь искать информацию, эта информация тебя каждый раз захватывает все больше и больше, и ты вот так вот, можно сказать, играючи, узнаешь и биологию, и экологию, и поведение птиц. В Беларуси бёрдвотчингом начинает заниматься все больше людей. Любители природы создают свои группы, сайты и общественные организации. Например, известная многим организация «Ахова птушек Батьковщины» проводит различные акции и экскурсии, помогает в начинаниях новеньким бёрдвотчерам. И уже сегодня в Беларуси благодаря этому зарегистрировано 329 видов птиц.